Фэндл думает, что может увести у меня Камилу Валерию. А я меж тем ему не так раз говорил, что она... Так это ты тут все разнюхиваешь. Комнатку мне. На чердаке. Чердак? Да. Что ж, у нас нет чердака. Но одна комната свободна, налево от двери. Чувствую себя как дома. Ладно. Налево от двери. Нет чердака. Что за ерунда? Значит, ты Довокин. А тебе многие говорят. Ты не это ищешь? Нам нужно поговорить. Иди за мной. Теперь можно поговорить. Тайная комната. Седобородые, похоже, думают, что ты Довокин. Надеюсь, они правы. Так это ты взяла рог? Вот неожиданность, да? Ага. Кажется, я хорошо играю роль безобидной хозяйки трактира. Я тут. Что тебе нужно? Я бы не пошла на это без причины. Нужно было удостовериться, что это не ловушка талмарцев. Талмарцев? Я тебе не враг. Я уже отдала тебе рог. Я правда пытаюсь тебе помочь. Просто выслушай меня. Я слушаю. Как я писала в своей записке... Я слышала, что ты, быть может, драконорожденный или Довокин. Я член ордена, который искал тебя. Ну, кого-то вроде тебя. Уже очень давно. Если ты, конечно, и вправду Довокин. Прежде чем я расскажу тебе больше, я должна удостовериться, что тебе можно доверять. Зачем ты ищешь Довокина? Мы помним то, что многие забыли. Драконорожденные — совершенные драконоборцы. Только вы можете окончательно убить дракона, пожрав его душу. Ну что, ты сможешь поглотить душу дракона? Думаю, да. Нет времени играть в нерешительность. Ты либо Довокин, либо нет. Но скоро я сама это пойму. Допустим. Ты что, мне не доверяешь? Драконы не возвращаются. Они просто оживают. Они никуда не уходили. Они были мертвы, убиты сотни лет назад моими предшественниками. Теперь что-то вызывает драконов обратно к жизни. И ты поможешь мне положить этому конец. Ну, я попробую. Почему ты думаешь, что драконы возвращаются? Я не думаю, я знаю. Я ходила на древние могильные курганы. Они опустели. И я догадалась, кто и где следующим пробудится к жизни. Мы пойдем туда, и ты убьешь этого дракона. Если у нас все получится, я расскажу тебе все, что ты захочешь узнать. Так куда мы идем? Роща Кин. Там есть древний драконий могильный курган. Если мы доберемся туда прежде, чем это случится, возможно, мы узнаем, как это остановить. Пойдем и убьем его. Мне нужно переодеться в дорожную одежду. Дай мне минуту, и я буду готова. Лады. Так-то лучше. Пойдем по дороге в рощу Кин.
Если мой расчет верен, одна, следующим одна, проп... Одна. Давай, идем. Иди, иди, иди. Оргнар, я отправляюсь в путь. Хозяйничай в таверне до моего возвращения. Ладно, счастливой дороги. Да чего же грустно видеть такое? Роща Кин там. Можем пойти вместе или разделиться и встретиться там, как хочешь. Дракон уже здесь. Так. Хорошо. Я не думаю, что он долго сможет пролетать. И все. Веса слишком много, я продаться забыл. Ну ладно. Зато теперь мы можем сходить на вот именно драконий курган или драконью гору, посмотреть, что там. Этот дракон ведь прилетел именно с этой горы. Или тут я встречу еще одного. Не, он именно отсюда. Хорошо. Морозное дыхание. Ни сундука, ничего нету, как-то жадный дракон. Спрятал все. А, вот есть, есть. Все есть, все на месте. Может, там что поценнее есть? Это
63. А мой топор 69. Увы и ах, но нет. Надеюсь, дельфина успеет добраться до места перед тем, как я пришибу этого дракона. Что это было? Ты кто? Ты чё тут забыла, мразь? Перья ворожей. Наверняка она тут жила, дожидалась превращения. Хорошо, что я её убил. Ибо ворожей намного опаснее, чем эти тупые колдуньи. Мишка. Вот блин, дракон уже там, надо бы поспешить. Что происходит? Мать твою. Это ведь тебя я видел. Возле Хелгена. Боже ж ты мой. Мне вообще насрать, кто ты. Ты умрешь. Увидь мою силу. Надо стрелы убрать. Я?
Это верно, да? Ты и вправду Довокин. Ну, я же говорил. Я обещала тебе все рассказать, верно? Говори. Отвечу на все вопросы. Ничего не утаю. Кто ты? Чего хочешь от меня? Я одна из последних клинков. Давным-давно клинки были драконоборцами. Мы служили драконорожденным, величайшим драконоборцам. Более 200 лет с момента гибели последнего драконорожденного императора клинки искали, в чем же теперь наша цель. Тайбера теперь Септима. Драконы возвращаются, и наша цель опять ясна. Мы должны их остановить. Дала самогучего. Кто? Кто такие клинки? Именно. Никто сейчас даже не помнит нашего имени. Раньше весь Тамриэль знал, что мы защитники императоров династии Септимов. Но эти времена давно миновали. Да я помню вас. Последние 200 лет мы искали следующего дракона рожденного, чтобы направлять и защищать его, как велит нам клятва. Но никого не нашли до сего дня. Каков наш следующий шаг? Сначала нам нужно выяснить, кто стоит за драконами. Талмар, наш главный подозреваемый. Если это и не их рук дело, они знают чьих. Почему Талмар преследует тебя? Перед Великой войной клинки помогали Империи бороться с Талмаром. Наш грандмастер считал его величайшей угрозой для Тамриэля. В то время это было верно. Возможно, верно и теперь. И мы боролись с ним в тени, по всему Тамриэлю. Мы думали, что эта задача нам по плечу. Мы ошиблись. Не прокнуло, да? Почему ты думаешь, что Талмар замешан в возвращении драконов? Доказательств нет, пока. Но я нутром чую, что это их рук дело. Нутром? Имперцы Ясно. Захватили Ульфрика. Война почти закончилась. Догадка. А потом появился дракон, Ульфрик сбежал, и война снова идет. Совпадение. А теперь драконы нападают на всех без разбору. Скайрим ослаблен. Империя ослаблена. Кому это на руку, кроме Талмара? Итак, нам нужно выяснить, что Талмар знает о драконах. С чего бы начать? Если бы мы могли пробраться в Талмарское посольство. Это их штаб-квартира в Скайриме. Проблема в том, что посольство охраняют лучше, чем Скряга свой сундук. Они еще большие параноики, чем я. Так мы пойдем в Талмарское посольство? Я пока не знаю точно. У меня есть несколько идей, но нужно время, чтобы все продумать и подготовить. Встретимся в Ривервуде. Если я не успею туда к твоему приходу, дождись меня. И посматривай на небо. Поверь мне, дальше будет хуже. Да, в общем-то, ничего страшного и не случилось. Пойду-ка я. Загляну в ближайший город. Вот это, я так понимаю, роща Кин. А там Виндхельм. Это что, шутка такая? Нет. Ельду и Роги нужны крепежные палки для шахты. Если у тебя есть выпивка... Добро и, конечно пожаловать. Же, Кельт затребовал скидку. А, даже если и нет. Но он же глава поселения. Да, конечно. Думаю, тут останавливаться не буду. Тут рукой подать до Виндхельма. Думаю, там я и заночую. Хорошая была битва. Мой муж тебе уже встречался? Прости. Иногда он бывает грубоват. Повезло ему, что я с ним не встречался. Иначе бы у тебя бы сейчас не было мужа. Город Виндхельм. Столица братьев Бури.
Я знаком с местным ярлом. Посмотрим. Может быть, это знакомство будет мне на руку? Одна из самых любимых мною. Все знают эту прекрасную легенду. Герой, он бесстрашный, он непобедим. Так слушайте, норды, о славе его. Что тебе нужно? Конечно. Чем могу служить? Ты должно быть всей душой с братьями Бури. По-любому. Раз ее любишь. Главное, не продавай кино. За юность мы пьем. Это очаг и свеча. Погляди. Век притеснений совсем истечет. Хорошо, она твоя на день. Изгоним имперца, в землю нашу вернем. Защищать край родной будем мы день за днем. Здесь тебе, Ульфрик, по праву трон твой. Здесь в твою славу у нас пир горой. Попробуй свежевыпеченного хлеба и мы доброго сыра, дети, если ищешь, чем бы перекусить. Нас Сомгард ждет светлый, каждый рад. Но прежде очистим мы отчизну свою. Не уступим мы наших. О, кузнец. Все говорят, клинки, шлемы, практически все необходимое. Козьи шкурки я, наверное, продам. Эту себе одну оставлю. Меч клинков пускай полежит. Почему бы и нет, лук остается. Шкуру медведя, саблезуба, снежного волка. Забирай. Так, ну вроде все. Только лучшее оружие и броня. Кстати. Шлемак-то знатный. Надо бы купить. А чё бы не, деньги есть. Можно и прикупить. Если нужна броня или требуется новый меч, обращайся ко мне. Ну? Ты брала мой лучший молоток? Внушительно. Я ведь говорил тебе не трогать мои инструменты. У тебя свои, у меня свои. Я его не трогала. Он же не мог сам убежать. Ты смотрел за наковальней? Мне кажется, я его... Я бы с радостью путешествовала больше. Но кому хочется постоянно натыкаться на... Интересно, смогу я попасть к Ярлу? Пустят ли меня туда?
Добрый... Да? Незнакомый мне непись. Только дураки и смельчаки приходят к ярлу без вызова. Ого, я а ты дерзок. Знаю? Вспомни Хелген. А, да. А, тебе должны были голову срубить. Тебе тоже. Тоже верно. Что ж, тогда ты там, где нужно. Поговори с Галмаром. Мне всегда нужны умелые бойцы. Не все могут похвастаться тем, что выбрались из Хелгена. В последнее время всех преступники записывают. Если твое преступное прошлое останется в прошлом, и ты будешь отважно сражаться за нас, мы приветствуем тебя в наших рядах. Балгров не даст нам прямого ответа. Он настоящий норд. Он образумится. Я не был бы столь уверен. Мы перехватили... Я не великий стратег, но лорд Ульфрик все равно прислушивается к моим советам. Ярл объявил награду за головы некоторых разбойников. Вот здесь все подробности. Значит, он против нас. Займусь. Ему об этом известно. Но позже. Им известно. Сколько еще мы стража. Будем ждать? Бандиты оказались мне не по пути. Что бы это значило? Возвращение Девакина? Кто из нас мог бы оказаться достойным такой чести? Такую силу? Даже не знаю. Дельфина. Мы за тобой следили. Пошли. У меня есть план. Ладно. Здрасте. Что за план-то? Я придумала, как провести тебя в Талморское посольство. Ты еще не пойдешь? Нет, мне не стоит. Меня могут заметить и узнать. Но тебя никто из них не знает, пока что. Ну, узнают, я думаю. Каков план? Посланница Талмора Эленвен часто устраивает приемы, где собираются богатые и влиятельные люди, тем самым демонстрируя эльфам свою лояльность. Я могу провести тебя на такой прием. Когда будешь внутри посольства, покинешь сборище и отыщешь секретные документы Эленвен. У меня есть человек в посольстве. Он сам не пойдет на такой риск, но сможет тебе помочь. Его зовут Малборн. Лесной эльф. У него много причин ненавидеть Талмор. Можешь ему доверять. Я ему передам, что вы встретитесь в Солитьюде, в Смеющейся крысе. Знаешь это место? А я пока попробую добыть тебе приглашение на прием у Эленвен. Найдешь меня в конюшнях Солитьюда, когда договоришься с Малборном. Есть вопросы? Нет. Увидимся в Солитьюде. Хорошо. Береги себя. Ну, лады. Хотя... Как, черт возьми, ты собираешься провести меня на подобный прием? Надо бы найти повозчика. Угу. Интересуешься свежими сплетнями? Добро пожаловать в Смеющуюся крысу, друг. Что слышно в последнее время? Варни Юний заходил сюда по пути в замок. Он был чем-то обеспокоен. Фолк Огнеборот наверняка знает, чем именно. Думаю, коллегия бардов как раз принимает новичков. Поговори с Виармо, директором коллегии, если тебе интересно. Может, еще что-то? Говорят, будто возле Синего дворца по улицам бродит человек. Кажется, у него что-то стряслось, но он ничего толком объяснить не может. За юность еще. Не доводилось бывать в святилище Азуры. Говорят, его построили темные эльфы после бегства из Моровинда. Впечатляющее зрелище. Заглянул. Бури, землю нашу вернем, защищать край родной.
Ясно. Будем мы день за днем. Можешь обращаться. Тебе следует подумать о ночлеге. Корпул держит хорошую. Ты Малбар. Доброго денечка. Правда? Ее выбор пал на тебя? Надеюсь, она знает, что делает. Значит так, я могу пронести кое-что для тебя внутрь посольства. Кое-что? Даже не пытайся пронести с собой еще что-нибудь. У талморских стражников нюх на это. Угу. Дай мне то, без чего не сможешь обойтись, и я пронесу это в посольство. Остальное за тобой. Ладно. Ладно, я пронесу это в посольство. Мне пора идти. Я тебя найду на приеме, не волнуйся. Возьми мой топор. Плащ. В общем-то, всю мою одежду. Зельев немного. И я думаю, да, достаточно. Ну, бутылку вина, чтобы отметить окончание. Если я, конечно, доживу. Тогда золото. Дай мне, пожалуйста, все мое золото, все мои отмычки. Я думаю, этого будет достаточно. Герой, он бесстрашный, он непобедим. Так слушайте, но... Да о славе его. Лишь кинешь ты клич, и придет Давакин. Коль вера сильна, а честь прежде всего, изгонит он зло. И врагов победит тот. Вось адское пекло пройдет невредим. Паршивая песня. И доблесть его небеса озарит. Наш герой. Наш защитник. О, Довакин. Вроде неплохо. Значит, около конюшни. Прости, я задумалась. Я готовлюсь к свадьбе. Столько всего нужно продумать. Виктория Вичи. Говорят, что я получила эту должность только потому, что мой кузен император. Полная чушь. Я добилась всего сама. Он даже не соизволил приехать на мою свадьбу. Он приедет. Он приедет на твои похороны. Твоя задача пройти на прием так, чтобы в тебе не заподозрили шпиона. Об остальном я позабочусь. Я что, похож на шпиона? Ты посмотри на эту, на это изысканное лицо. Как в нем-то можно заподозрить шпиона? Что за глупость? Это ты насчет лошадей? Делами занимается мой муж Геймун. То, что нужно пронести в посольство уже... Да. Хорошо. Вот твое приглашение на прием. Но ты сможешь пройти через охрану, только если они поверят, что ты действительно из приглашенных гостей. Это значит, что тебе нужно одеться соответственно и не тащить с собой целый арсенал оружия. Вот, надевай. Когда все будет готово, отдай мне все остальные твои вещи. Я сохраню их до твоего возвращения. У тебя будет только... Тебя не пустят на прием в Талморском посольстве в таком виде. Так я ж хорошо выгляжу, ё-моё.
Ладно. Ладно, пусть будет так. Сойдешь за обычного гостя. Ну, пока рот не откроешь, конечно. Ну что, пора садиться в экипаж и ехать в посольство? Да, все готово. Не бойся. Все тебя до... Главное, удачи. Ну, удачи. А, еще кто-то опаздывает на вечер у Эленвен. И какой шикарный экипаж, надо же. Мое почтение, господин. Я опоздал исключительно из-за того, что заблудился в этих богами забытых горах, а не потому, что хотел опоздать. Я предпочитаю приходить пораньше, часто за день до праздника, чтобы уж точно выпивку не пропустить. Добро пожаловать в Талморское посольство. Здорово. Ваше приглашение, пожалуйста. Маловато народишко пить. Пожалуйста. Благодарю, господин. Проходите. Так, вот мое приглашение. Добро пожаловать. Мы, кажется, не знакомы. Я Элен Вен, посол Талмора в Скайриме. Элен Вен обещала открыть бутылку своего лучшего огненного вина. Не могу дождаться. Это верно. Интересно. Так вы, Элен Вен, мне столько о тебе рассказывали. В самом деле, надеюсь, только хорошее. Но у вас передо мной преимущество. Боюсь, я ничего о вас не знаю. Прошу вас, расскажите о себе побольше. Что привело вас в эту... Скайрим. Что случилось, госпожа? Малборн? У нас закончилось вино Алта. Вы разрешите мне открыть Орентийское красное? Конечно. Я же просила не беспокоить меня такими мелочами. Да, госпожа посол. Прошу прощения. Мы еще познакомимся поближе. Прошу вас, отдыхайте. Пытаются выяснить, сколько драконов в Скайриме. Они считают, что их... Что тут надо сделать, чтобы тебе налили? Что-то тебя тут раньше не бывало. Мавен. А я знаю всех важных людей в Скайриме. Что привело тебя на этот прием? Желание поддержать хорошие отношения. К тому же я не знаю, кто ты. И если не хочешь, чтобы я начала это громогласно выяснять... Лучше не подходи ко мне до конца приема. Да мне, в общем-то, пофиг. До встречи. Я полагаю, что это только начало долгого и взаимовыгодного сотрудничества. Конечно. Надеюсь, вам все нравится, господин. Мои слуги о вас. Пожалуйста, господин. Клавианский... Простите, но мне кажется, что очень вам пока хватит. Очень приятно это слышать. В до этом встречи. Зале можно наблюдать вырождение империи, причем невооруженным глазом. Что тут надо сделать? А, щедрая душа среди этих скаридов и дармоедов. Если я могу тебе чем-то помочь, обращайся без колебаний. Хм. Ты можешь кое-что сделать. Чудесно! Я готов немедленно отблагодарить тебя за щедрость. Дай знак, друг. Пошуми тут немножко. И это все, друг мой. Только я могу тебе помочь. Устраивать сцены — это практически моя специальность. Ты не смотри. Отойди и насладись моим мастерством. Может, сплетни какие-нибудь? Внимание всем! Что вам принести? Пожалуйста, ты на приеме. Надеюсь, мы оба доживем до завтра. Надеюсь. Конечно. Я буду ждать у двери, пока все не отвлекутся на другое. Что ты делаешь? Фигурально, разумеется. Маловероятно, чтобы кто... Пошли, пошли, пока нас не заметили. Хотя вы почти все уже с ней в постели. Но все же я, конечно, выражаюсь фигурально. Пока все хорошо. Ладно уж, я... Будем... Надеяться, что никто... Хорошо.
не видел. Мы должны пройти через кухню. Твои вещи спрятаны в кладовой. Слуги, держись поблизости. А говорить буду я, хорошо? Вы видели удачи. Утром отряд мат? С кем это? Новый миротворцы. Царапина! Хватит! Я сдаюсь! Ах ты чертов ублюдок. Только не так. Ты у меня Получилось довольно громко. Человеческое сердце. Да вы лапочки. Не стоило сюда приходить. Наверное. Ничего себе вы дерзкие. Давай-ка поближе. Что-то вы, парни, как для охраны, хреново себя чувствуете. Но мне нужны эти деньги. Ага. Я их заработал. Ты что? Сюда! Диана, Диана. Чёртовы маги. Камень душ, яды. Даже тонны заклинаний. Офигеть. Кого я тут прибил случайно? Судя по всему, мне вниз. Нет.
несколько досье. Ульфрик Бревестник. Агент. Не сотрудничает, спящий. Одобряет на уровне эмиссара. Ярл Виндхельма. Вербованный, значит. Ульфрик Бревестник, чертов ублюдок. Так ты был агентом Талмара. Возможно, сейчас ты им не являешься, но это уже не важно. Нельзя дать тебе победить. Чего это? Досье на некого Эсберна. Как? Теперь талмарцы будут охотиться за мной до конца жизни. Надеюсь, дело того стоило. Надеюсь. Я бы мог набрать, конечно, ваших доспехов, ба. Вес мне позволяет. Не, хера. Ну не будем этого делать, не будем мародерствовать. Ты какого хрена я тут же сказал, сидишь? Я ничего больше не знаю об этом. О чем? Я не буду тебя пытать. Кто? Кто? Чего ты тогда хочешь? Нет времени объяснять. Давай выбираться отсюда. Да, конечно. Быстрей, туда. Я видел, как стражники выносили туда трупы. Куда-нибудь да выйдем. Звучит неплохо. Я пойду за тобой. Как скажешь, только побыстрее. Сюда, что ли? Беги, Малборн. Я посмотрю, что он тут делал. Колдун-новичок. Нарваться на ледяного тролля в таких пещерах это... даже не удивительно. Опасная тварь. Теперь талмарцы будут охотиться за мной до конца жизни. Надеюсь, дело того стоило. Да,
Я тоже надеюсь на это. Я думаю, сейчас бежать в Солитьюд смысла особого нету. Меня будут искать. Нужно побыстрее добраться к конюшне. И оттуда уже в Вайтран. Влипли мы, конечно, в серьезную историю. Ну да ладно. Судя по всему, талмарцы ничего не знают о том, что здесь происходит. Кто там? Пауки. Плохой источник яда. А вот и конюшни. Тяжеловато нынче стало бегать по горам. Ладно, я думаю, заночую я здесь, а утром уже отправлюсь по делам. Нужно вернуться к Дельфине, забрать свои вещи, доложиться об успехе. Или не очень успехе. Талмарцы ничего не знают о драконах. Но я узнал кое-что об Ульфрике. Бывший агент. Чертов ублюдок. Ах, надо повздремнуть. Сложный был день. Чертовски опасен. Но я справился. Справился.